Число ДТП с участием несовершеннолетних в Петербурге снизилось на 15%. Статистику за минувший год озвучили представители ГИБДД на пресс-конференции в Интерфакс. Число детей, погибших на дорогах, снизилось вдвое. Большая часть пострадавших, 60%, это пешеходы. Причем пик таких ДТП приходится на начало учебы после каникул. К этим датам приурочены профилактические акции ГИБДД во всех районах. Начали мы проводить и акцию «Юный пешеход», которую прежде всего ориентируем сотрудников госавтоинспекции, работающих на линии, на пресечение фактов нарушения детьми, нарушения правил дорожного движения. В прошлом году мы выявили около 10 тысяч фактов нарушений детьми правил дорожного движения. В Петербурге сейчас один из самых низких показателей детского дорожно-транспортного травматизма как по северо-западу, так и по всей стране. В курортном районе за прошлый год в авариях пострадало 13 юных жителей. К счастью, погибших среди них нет.